Всем огромный привет! Вы на канале с мастер-классами по вязанию крючком и спицами. Наташа с вами, как всегда. Я сейчас в отпуске. Сегодня обещанная часть, вторая по мастер-классу, по очень простому купальнику, эффектному, элегантному, сексуальному, то, что нам необходимо. Сегодня мы с вами поговорим, как же нам связать нижнюю часть бикини, чтобы она хорошо сидела. Я вам все подробно расскажу и покажу. Ничего сложного нет, принцип такой же, как мы с вами вязали вверх, но есть некоторые нюансы. Посадка у нас будет достаточно модная, высокая. Если вы хотите пониже на бедрах, то, пожалуйста, примеряйте или возьмите за образец нижнюю часть вашего любимого купальника. Итак, давайте начнем. Мы будем вязать низ нашего купальничка. Посмотрите сзади, насколько он выступает, но не сильно за переднюю часть. То есть передняя часть достаточно закрытая. Сегодня говорим про наши бикини, да, бикини 4 треугольничка. Два треугольничка верхних мы с вами обсудили, осталось два нижних. Как видите, спереди у нас поуже деталь, крутой вырез для того, чтобы была идеальная посадка. И знаете, как часто бывает, вот здесь вот такое лишнее пространство образуется, которое невозможно хорошо посадить. Именно схемка, как я вам сейчас расскажу, убережет вас от этого эффекта. Смотрите, мы начинаем вязание сверху вниз. То есть мы с вами набираем для размера моего, это М по низу, больше М, чем L. Мы должны набрать с вами столбики. Для этого 54 воздушные петельки мы с вами наберем и сделаем 3 воздушные петли подъема. Вязать мы будем точно так же, как мы с вами вязали треугольнички. Точно так же мы будем делать убавочки в филейных рядах. В чем еще прелесть посадки, что, смотрите, как мы будем продевать шнурочек. Смотрите, вот по лицевой стороне он у меня будет продернут, образуя вот такой шовчик, видите, пропускаю один столбик, который будет потом обвязан, и продеваю шнурочек после первого столбика и внизу как раз в ячейку филейную второго ряда. И таким образом у нас не за одну точку будет завязываться наш шнурочек, который вяжется таким же образом, как шнурки верхней части. И будет гораздо все эффективнее, у вас ничего не будет присбариваться и так далее, и так далее. В общем, очень здорово. Также вы можете в такой модели, я сначала хотела так сделать, вы можете опустить шнурочек как вверх купальника, вот так вот, как через кулиску вот здесь, да, и завязывать. Тоже прекрасный вариант. Тогда вам нужно связать также два шнурочка, как для моего варианта, один здесь, другой здесь, так и для того, где мы будем как кулиску использовать первые ряды сзади и спереди. И тогда мы в деталь переда продеваем и в заднюю детальку и завязываем. В любом случае все будет хорошо регулироваться. Но мне мой способ вот такой вот продевания шнурка, да, вы поняли, он мне нравится больше, потому что видите, как хорошо тогда фиксирует. Вот эта линия натягивается, и все у нас перфектно. Дорогие мои, нам с вами нужно будет сделать что? Смотрите, во втором ряду убавка, в четвертом, в шестом, восьмом, во всех четных рядах. И нам нужно сделать 9 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После того, как мы выполнили 9-ю убавочку в филейном ряду, нам необходимо провязать плотную часть из просто столбиков с накидом. Далее идут ряды без убавок. А если вы не хотите, я собираюсь подшивать подкладочку, плотную сетку бежевую. Если вы не хотите этого делать, вы можете вот эту часть, примерьте, как вам нравится, например, с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, с 9 ряда, то есть 9 ряд у вас идет столбики. Естественно, тоже они у меня вытянутые столбики, патентные. И далее вязать плотно
без вот этих прозрачных рядов. Точно так же делаю убавочки, но мы вяжем плотненько с убавками без филейной сеточки. Можно и такой вариант выполнить. Но мы с вами будем делать на подкладке, поэтому таким образом. И дальше смотрите, сколько же мы вяжем рядов без изменений. 9 рядов мы вяжем без изменений. Ровненько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Туда-обратно. В 10 ряду нам нужно выполнить прибавку. Мы провязываем в один столбик 2 столбика с обеих сторон. Далее в 11 ряду мы опять делаем такую же прибавочку. Да? У меня получается 20 столбиков. В 11 ряду, в 12 вяжем без изменений, и на этом заканчивается наша плотненькая ластовица, да, вот эта плотная часть. Дальше сзади на попе можно не делать, как спереди, столбики плотные, если вы будете без подкладки, да, без прозрачных таких мест ажурных, запросто ничего не будет видно, вы можете вязать этой мелкой филейной сеточкой. Итак, как же мы будем с вами вязать? Нужно сделать 10 прибавок. 10, да? У нас было 9 убавок деталь переда. И мы движемся вверх по задней части снизу. И нам нужно делать 10 прибавок. То, что касается филейных рядов. Как же мы их будем делать? Очень просто. Мы с вами вяжем 3 воздушные петли подъема, петельку поворота. И в этот же столбик мы вяжем столбик. Прибавляем клеточку, да, 2 столбика. Таким образом мы делаем в филейных рядах, понятно, да, мы прибавляем 10 раз. А что же у нас происходит в рядах просто со столбиками патентными, с одним накидом? Просто. Начиная с третьего ряда, после 3 рядов филейной сетки, третий ряд плотненький, сплошной, начиная с третьего ряда, мы с вами делаем прибавочку, еще какую, мало того, что мы провязываем саму клеточку филейной сетки, столбик, столбик под арку, еще один столбик, мы добавляем с каждой стороны еще один столбик в последний и делаем прибавки, начиная с третьего сплошного ряда. И таких рядов с прибавками у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8 ряду точно так же мы делаем прибавочку и заканчиваем на 8 ряду. Обязательно, мои хорошие, примеряем. У всех разные фигуры, разные попы. По-разному спереди тоже все располагается. Но уверяю вас, что вот такая линия низа, то есть переда, вырезанная сильно, это просто отлично. Отлично смотрится. Очень важно для любых купальников. Этот купальничек совсем простой, но он элегантный и хорошо сидит. Это важно. И к тому же размер у него на самом деле регулируется, да, на 2 размера каждый купальник, так как у нас регулируется и верх купальника, и низ. А что мы делаем дальше? Мы с вами вяжем по 2 завязочки. Да, по 2. Вот у меня здесь одна. На бока. Не нужно вязать одну сюда, другую сюда и вязать по 2 бантика, завязывать на бедрах. Очень просто. Смотрите, мы продеваем, как я вам показала, шнурочек. А выбираем, как нам нравится. Вот по лицевой стороне, да, может выглядеть так, может так, как вам больше нравится. А складываем. Вот смотрите внимательно. У меня продето. А лицевая сторона у меня торчат 2 кончика. Нижний я беру и пропускаю следующим образом. Снаружи под филейную клеточку я могу схватить петли. Вот и все. Вот так я продеваю. И завязывать мы будем с вами. Тут будет регулироваться посадка по фигуре. И бантик у нас будет располагаться сверху. Надеваем и завязываем.
Таким образом, так, извините, у нас тут футбол постоянно с утра до вечера. Можете, конечно же, декорировать, как вам нравится, кончики. Можно бусинку привязать, завязать узелок. Можно просто вот такие узелочки. Я вообще ничего не стала делать, как вы видите. Да, вот так очень симпатично смотрится. Посмотрите. Так, я 160 петель набрала для каждой завязки. 160, 180, можно 200, если вы любите длинные красивые завязочки. Вот такая прелесть. Надеюсь, все вам предельно понятно объяснила. Все очень-очень просто. И с удовольствием будете носить такой простой вязаный купальник. Он настолько прост, что вы можете связать себе несколько, например, модных пастельных оттенков. Представляете, будете как карамелька на отдыхе. Ну а на этом я с вами прощаюсь, мои хорошие. Не забываем поставить лайк, если это видео оказалось вам полезным. Желаю много красивых вязаных купальничков вам. А на этом все. Скоро обязательно увидимся. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.